Минимальное пособие по беременности и родам вырастет в Беларуси с 2025-го. Для женщин, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы, не имеющих 6 месяцев стажа, выплаты вырастут с 50% бюджета прожиточного минимума до 100% минимальной месячной зарплаты. Документ также предусматривает повышение медпомощи по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. Белнефтехим вновь поднял цены на автомобильное топливо. Оно подорожало на 1 копейку. Цены на заправках будут выглядеть таким образом. Дизельное и 95-й обойдутся в 2 рубля 44 копейки, 92-й – 2,34, 98-й – 2,66. Стоимость бензина начала расти 21 мая. Как анонсировали в концерне, текущее подорожание должно стать последним. В региональные вузы Беларуси зачислили 375 победителей университетских олимпиад. 256 человек стали студентами высших учебных заведений Министерства образования, 62 – Минздрава. 22 абитуриента из числа победителей подали документы для обучения по целевому направлению. Все же остальные будут поступать на общих основаниях по результатам ЦЭ и ЦТ. На базе больницы имени Марзона обновили палаты для ветеранов войн и труда. Всего освежили 10 комнат. Внутри удобная медицинская мебель, холодильник, телевизор. Обеспечить комфорт помогли Белорусский фонд мира совместно с ведущей компанией по продаже техники. К слову, в Могилевской области открыто более 2000 таких стационаров. Единственная в мире двусторонняя мироточивая икона прибыла в Бобруйск. Расположилась она в храме Покрова Пресвятой Богородицы при центре Покрова. Приложиться к святыне можно ежедневно с 8 до 18. Молебен с акафистом совершается в 10, 15 и 17 часов.